Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации газон вездеход 2006 года выпуска. Полностью в рабочем состоянии. Требует сезонного обслуживания технического. Также, друзья, напоминаю, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести как лизинг, так и кредит за наличные средства и без НАУ. Друзья, сейчас проведем более детальный осмотр данного автомобиля. Так, резина в отличном состоянии. Износ минимальный. Остекление в кабине. Все цело, без каких-либо трещин, сколов. Вверху установлена на крыше дополнительная лента освещения. Также, друзья, в комплекте идет 4 колеса низкого давления. Так, задняя резина. На фото-видео, в принципе, все отлично отображается. Прекрасно видите, в каком состоянии протектор. На вездеходе установлен разбрасыватель минеральных удобрений. Уния MX950. Плюс нарощенные борта. И вместимость теперь достигает 1,5 тонн. Сейчас обойдем с другой стороны. Так, вот вид сзади. Резина в круг в прекрасном состоянии. Задний мост. Пневмоподвеска. Разбрасыватель, друзья, 2018 года выпуска. Вот шильдик. Также хочу отметить, в 2022 был произведен капитальный ремонт двигателя на данном автомобиле. И в текущий момент минимальная наработка. Так, кабина. Так что, друзья, все, кто заинтересован в приобретении данного автомобиля, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте вопросы. Будем рады на них ответить. Кому будет недостаточно фото-видеоматериала, договоримся с вами о встрече на более детальный осмотр. Приедете, посмотрите все своими глазами и примите решение о приобретении. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.